Здорово, пацанята, мне, короче, нечего делать, сегодня вторник. То есть мы на две ночевки приехали в отель Кипарис в Смолине. Просто сейчас вечерок, все, завтра утром будем уезжать. Тут хотел показать просто, какая у меня хатка, как бы мини-хаточка. Все красного цвета. Здесь такая спальня хорошая на двоих, но сплю я один, к сожалению. День рождения только раз в году. Тут шторки тоже нормальные, сзади меня. Тут зеркальце, и тут такая у меня вот королевская мебель, очень крутая, как бы. Дерево, все, телевизорчик Philips, есть каналы, короче. Первый ОРТ, НТВ и охота и рыбалка после 12. Значит, здесь шкаф, просто шкаф, и здесь вот такое все. Тут есть такой маленький артик, здесь как бы дверь такая. Здесь сейчас покажу мою сауну, то есть баньку. Банька вот такая, короче, вот так вот все нормальненько. Все, здесь стекло, но прозрачное. Немножко, мне кажется, тупой дизайн. Потому что здесь надо было, когда ты заходишь купаться, чтобы здесь по пояс было хоть закрыто, чтобы баба не видела. Знаешь, чтобы так было, короче. Нет, здесь все видно, понимаешь? Все вот такое скромное, короче. Здесь вот фенчик. Здесь спальник-бутон. Если шел без спальника, то не паникуйте, все будет пучком. Как бы вот здесь есть мыльца. Здесь все полотенце для ног, для лица, для сраки, для всего. Есть вот такой этот, как бы хотел сказать, тазик, но это корзина. Вот между прочим, что здесь нету, короче, нету тазика, что самое хреновое, понимаешь, для меня, как бы я с Молдовой, но человек нормальный, знаешь. В смысле, нужен тазик, потому что я хочу стирать сам свои вещи, понимаешь. И тазика здесь нету, но на море, вот ты в Болгарии, когда едешь, тазики есть. Как бы это все, что я хотел сказать. Здесь маленькая батарейка, унитаз культурный, все пучком. Все, значит, вот так вот. Выходим здесь сразу с туалета, с зеркальца, сразу пришел. Посмотрел, все, ну, как у человека, нормально все. Посмотрел, здесь все, есть такая штука, как прикольно во всех других отелях, мне это нравится. Как бы ты выходишь, вот, вытащил карту, все, жопа полная темнота, вот только виден этот балкончик. Сейчас на ощупь суем ее обратно, сейчас главное в щелку попасть. Ну, здесь, видите, есть маленький такой красненький хрен. Не знаю, что там было видно, свою карточку, чик. Все, вся квартира включилась, это чтобы вы уходили и не забывали свои ключи, когда вытаскиваешь это, если забыл выключить свет, то все вырубается. Здесь, между прочим, теплый пол, что мне очень прикалывает, что когда одеваешь свои ботинки, и ботинки теплые, потому что они греются от пола. Точно, что я хотел сказать, вот, когда захожу в коридор, тоже в коридорах такое тепло, я не могу понять, нигде нету батарей, короче. Говорю, что за тема, говорю. А оказывается, пол теплый. Взял, потрогал половичок, пол теплый, короче. Вот смотрите, здесь даже у меня есть такая елочка прикольная. Есть телефончик, все можно взять, позвонить. Здесь вино, виски, все чики-пики написано. Тут два бокала были, их уже нет. Потому что бокал у подружек был я. Бокалы остались, и здесь я. Вот, рифмоплет, короче. Здесь маленький стеклянный столик и маленькая батарейка. Батарейка здесь и батарейка еще хорошая здесь. Вот как бы вот так, все нормально. Здесь креслица, чтобы, ну, мини-домашнее порно сделать, все. Один королевский стул, между прочим, стулья очень дорогие. То есть, как я сказал, отель называется Кипарис Альфа. Здесь, естественно, на данный момент я на промоции. То есть, болгарские праздники, это Коледа, как его, я был это с 24 по 26 января. Я здесь и завтра улетаю. В Лос-Анджелес потом посмотрим, короче. И вот, что сказал, да, я здесь 120 рублей, две ночтовки и включенный брекфест, короче, утром завтрак, все пучком. И есть ресторан, в котором тоже можно хавать. В этом ресторане хавайте, конечно, за свое бабло, если вам так угодно. Значит, вот это все, что я хотел сказать. Здесь есть пару светильничек, один над головой, чтобы, ну, подруга видела, когда тебе будет одевать презерватив. Ну, это мини-люстра, короче. Все, здесь все вот так. Это коротко о главном. И сегодня мы хотели поехать на озеро, как его. Здесь смоленские эти озера, есть пару озер. И потом от озера есть лифт, и мы хотели сделать... Мы поехали на такси на эти озера. Потом на этих озерах хотели сесть на лифт, чтобы лифт поднял нас до Кулата. Одна башня-вышка в этом, в Помпорово. Но лифты не работали. Таксист отвез нас, короче, в Помпорово. В Помпорово мы отдыхали. Там я снимал видосы, которые вы увидите. Я не знаю, если буду монтировать. Надо установить заново Sony Vegas и подзамутить все. Здесь балкончик у меня есть. Значит, я вам показывал уже его. Вчера в пьяном виде немножко. Как бы не знаю, не помню. И вот так все выглядит. Он говорит, это с этого. То, что на улице вы видите, что есть такие эти подсветочки. Сейчас пойду до моих подружек. Здесь красный цвет. Вообще все так уютно, как будто ты дома. Все мне нравится нормально. Здесь спальня хорошая, все, взял, лег. Жалко, что без телочки, как бы. Разлегся, все, лежишь, как человек, отдыхаешь, все. Хоп, там милая, подай кофе, все, подал кофе, все, вырубил, короче. Все, буду заканчивать запись, если что, завтра что-то новое будет, замутим еще. Все, пока.